Итак, продолжение. Воскресенье. Метель жуткая. Дворники приходится счищать, ну, я не знаю, через каждый километр. Иначе просто стекла не чистят абсолютно. Намерзает лед, куски. Ничего не видно. Везде народ останавливается на аварийке, очищает стекла. Аварий очень много. Километра 3-4 назад выходил с счета снять лед. Рядом со мной тюкнулись машины. Это проспект Мира. Кто не узнал? Москва. Честно говоря, думал, что уж он-то будет почищен. Ничего подобного. Видимо, техника не справляется. Хотя и техники-то я сегодня не видел. Куда чего подевалось. Сыпет как из ведра, с ума можно сойти. Да, такого снегопада давно не было. Народ использует время на светофоре, чтобы хоть чуть-чуть почистить стекла. Выключу дворники. За сколько минут, за сколько секунд заметет зеркало, стекло? Нет, выключать нельзя. Кошмар, как на лыжах. Скорость минимальная, километров 20. Все еле ползут. Разметки, естественно, не видно.